Ровно 10 лет назад круглая школа распахнула свои двери для первых учеников. Чтобы попасть в гимназию, ребята должны были показать высокий уровень знаний. Это уникальное образовательное пространство было создано для одаренных детей. Кстати, в свое время мэр Лужков отказался от строительства в Москве такой школы, а Одинцовский район с радостью воплотил идею нижегородских архитекторов. Это была единственная до сих пор, мне кажется, по России это вот единственный такой проект. Сейчас появились уже другие школы, но это уникальная школа. Вот для Одинцовского района, для Московской области другой такой школы нет. Вообще это было просто здорово, феноменально. Как будто вот какой-то космический корабль спустился вообще откуда-то прилетел. Вот, и так необычно на нашей Одинцовской земле. За 10 лет гимназия прошла полный цикл становления системы образования. Вчерашние первоклашки сегодня ученики 10 классов. Они росли и взрослели вместе со школой. Педагоги, ученики и родители во многом стали первооткрывателями. Здесь зародилось проектное движение. Именно гимназия стала площадкой для творческой реализации учащихся. За эти 10 лет я пережил, наверное, и взлеты, и падения. Очень многое я пережил. И, ну, наверное, я себя не вижу в другой никакой школе, в другом учебном заведении, потому что я здесь как бы как дома уже себя чувствую. Да, я и правда первая первоклассница в этой школе, и могу сказать, что все эти 10 лет я наблюдала огромный подъем в школе в профессиональном плане. То есть школа очень выросла, и появились новые ученики. Я надеюсь, что школа будет продолжать развиваться, и я уже вижу это развитие, и поэтому я думаю, что все будет тут только лучше и лучше. Сегодня Одинцовская лингвистическая гимназия входит в топ-100 лучших школ региона. Ее ученики – многократные победители и призеры олимпиад и конкурсов различных уровней. Я хочу вас поздравить с первым юбилеем. Это первый круглый юбилей школы. И хочу вам пожелать всего самого доброго и теплого, чтобы под вашим руководством, под вашим контролем и благодаря вашим усилиям росли настоящие патриоты нашей Родины, сыны нашей Родины, дочери нашей Родины, чтобы они любили нашу страну, ценили ее и выросли настоящими людьми. Это действительно необычное, необыкновенное, красивое. Можно абсолютно разные эпитеты здесь сказать. Но самое главное, я думаю, это наполнение. Вот этим школа, гимназия, любая, а именно эта наша круглая, необычная, она может поистине гордиться. Поэтому я вам хочу пожелать обыкновенных простых истин и обыкновенных желаний. Это здоровье, потому что программа сложная, желание и, конечно, успехов и новых побед. Среди выпускников почти треть – медалисты. За 5 последних лет 18 гимназистов набрали максимальный балл по ЕГЭ. Кстати, первые выпускники в первый юбилей пришли поздравить любимых учителей. Словно и не было этих лет. Школа подарила нам очень яркую, веселую, интересную, творческую школьную жизнь. Подрастает достойная смена. Мальчишки и девчонки каждый день открывают огромный мир знаний, посещают разнообразные секции и кружки. Примечательно, что внедрение в учебный план обязательного урока, ритмики и оркестра дали свои плоды. Гимназисты отлично держатся на сцене. Многие выбрали творческую стезю по жизни. Я хочу пожелать школе, чтобы она была все время такая красивая, чтобы все детки хорошо учились. Здесь самые лучшие преподаватели, здесь созданы все условия для учебы, занятия спортом, творчества. И, конечно, третья дочка тоже пойдет сюда, потому что гимназия – это наш родной дом уже стал за 10 лет. Моя школа хорошая, веселая. Тут очень интересно учиться, и тут хорошие предметы и учителя. Гимназия гордится своими учениками. Они, в свою очередь, делают все для того, чтобы быть лучшими и первыми по всем дисциплинам. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».